и, по сути, попал под удар судейского решения. Бухалакис играет вперед, Цимикас. Нет, это Масурас навешивает. Опасно, Элера Би, гол! А вот это уже красота и классика жанра. Элера Би, забитый мяч. Лучший снайпер греческого чемпионата. Еще раз нам демонстрирует, насколько... Смотрим. Из-под чигринского подача. Ну и здесь Сварнос уже не помешал. Бухалакис, конечно, вот этой великолепной передачей послал Масуруса вперед. Чигринский не успел накрыть подачу. И очень технично, положив корпус, Элера Би переправляет мяч в дальнюю девятку. Причем мы видим, бьет, что абсолютно здорово, в противоход вратарю. И в этой ситуации Центотос настолько точно получился.